О, привет, мой друг. Меня зовут Николай Дементьев, и ты сейчас находишься на моем канале. И это новый пранк. Погнали! И обязательно досмотри это видео до конца, потому что тебя ждет там розыгрыш. Извините, пожалуйста, можно вас попросить помочь? Просто секунду. Попросила девушка купить порошок жидкий, говорит. Нормальный он, ненормальный. Я вот смотрю, Тайд, Ариэль, что, думаю, из них лучше? Ну, Ариэль лучше, чем Тайд. Ариэль лучше, чем Тайд? Вот для какого Ариэля? Вот тут вдохновленный природой. Не, ну он же ей присмешан. Извините, пожалуйста, не могли бы помочь? Прям буквально 2 секунды. Девушка попросила купить Ариэль, Тайд, там порошок этот жидкий. А я как потерялся. Тут насыщенный цвет. Это для белого, для черного. Какой лучший из них? Ариэль, Тайд. Что вообще? Так, смотря, ручная стирка. Нет, автомат. Автомат, вот надо смотреть автомат. Ну вот, а тут? Для детского или нет? Да, вроде я нет. Вроде я не детский. Не знаю, тут вроде... Ну, пахнет приятно. Вы что делаете? Фа-фа. Да, Тайд, наверное, лучше, да, будет? Да вы зачем пробуете? Так, а почему? Только очищает же вроде, нет? Вычищает. Не очищает. Да. Нельзя. Нормально. Не знаю. Девушка попросила порошок купить. Тайд или Ариэль, я вот вообще не знаю. Говорит, купи жидкий, нормальный. И все. Вот, как, вот какой вот лучше? Я вот тоже стою, как этот. Это вы знаете, лучше у этих продавцов. А то вроде по запаху вроде. Ой. Ребят, подожди секундочку, пожалуйста. Подскажите, какой порошок лучше, Ариэль или Тайд? Тайд. Тайд? Точно? Добро, ты что ответишь? Надо нюхать. Давай. Так и хороший, но я не хочу. Вдохновленный природой. Вдохновленный природой. Сейчас я... Ну-ка. Я теперь тоже вдохновленный природой. Нет, а гель, говорит, нормальный. Любит гель пить просто. Странная девушка. Нет, точно это... Тайцы тебе лучше. Вот, девушка попросила купить порошок. А там написано, нет? Ну, тут у меня написано вдохновленный природой. Ну, нет, это тоже добавляется. Но... Да, если вы жидкий она пользуется, то это... Ну, пахнет вроде ничего. Не пить? Нельзя пить, вы что? Так я попробую. С ума сойти. Так на язык. Нормально. У меня желудок все варит. Нет, если жидкий, то действительно это, да. Хороший, да? Да, все. Тут. Но по вкусу, да, тоже ничего. Да? Да, нормально. Вы что, не хотите? Бесплатная дегустация сегодня Ариэля. Серьезно? Вы не любите Ариэль? Ну и ведь зря. С удовольствием я отпью. Дай понюхать. Серьезно, понюхай, Ариэлем пахнет. Чувствуешь? Чувствуешь, Ариэль? Конечно, но это стиральный порошок. Какая вода? Серьезно? Ты думаешь, я воду пью из бутылки со стеллажа ее взял? А вот пей другую. Вы что, так зачем? Я эту не допил. Бесплатно? Ну конечно, бесплатно. Просто берешь, пьешь. Шикарно, ребят. Что? Можно в магазин своровать? Нет, воровать нельзя. А вот Ариэля баночку выпить можно. Мне кажется, вас за это не накажут, ребят. Я пошутил. Накажу. Ох ты. Желудок вас накажет, тебя. Вот эти средние ценовой сегмент, они нормальные. Да, по вкусу они точно средние.
Не хотите продегустировать? Вкусно, бесплатно. Только сегодня акция. Девушке здесь не поможете? Секундочку буквально украду. Попросила девушку купить какой-то порошок, говорит, жидкий. И все, я встрял. Просто я смотрю тут и... Какой-то тут лучше. А эти не подходят? Ну, просто... Не, просто вот она говорит, типа... Вот у нас просто такие дома стоят. Стирка за стиркой. Подождите. Это же... Это кондиционер. Это кондиционер, да. Да, хорошо. Да. Да, наверное, это лучше, да, есть? Странно, девушка, если поделать. Разные бывают. Любит просто пить. Ну, не хочешь кофе? Нет? Не хочешь? Да вкусно, серьезно. А типа по акции стоило 600 рублей. Чувствуешь? 600 рублей стоило, 389. Это вы половину. Ну, да. Ну, вкусно же. Наверное, этот лучше. Да, это лучше все-таки. Да. Ну, блин, цена-то одна, я вот тоже стою и думаю, какой лучше. Вам неплохо? Да нормально. Я прочищу сейчас изнутри. Хорошо. Ну, все-таки тай, да, думаешь? Попробуйте это. Какой тай? Это кондиционер. Ну, я уже не знаю, я тут уже... Можешь сухого пожевать. И можете тебе куда помогать. И туда помогать. И туда. Не пейте, не пейте. Пейте орехи. Лучшая марка номер один. Серьезно, лучший просто. Смотри, я при тебе прям пью. Закуси. Пойди пару. Ну, нормально. И также, дорогие друзья, мы не можем не взять и не порадовать наших прекрасных бабулек, которые заслужили сегодня хороший день. Я приготовил для них небольшие подарочки. Это шоколадные конфетки у нас, вот, какие-то с птичьим молоком. И прекрасный конвертик, который будет приклеен к ним сверху, а внутри него находится вот такая скромненькая, но, я думаю, приятная любому человеку сумма. Ну что, бабули, Дед Мороз уже идет? Держитесь! Погнали! Скоро старый Новый год, и мы хотим вас немножечко поздравить, порадовать. Вот тут просто хорошие конфетки вкусные. Возьмите, пожалуйста, это от чистого сердца. Дома попьете чай, вот, и порадуйтесь. Надеюсь, мы хоть настроение вам немножко поднимем. Спасибо. Вот, возьмите, пожалуйста, давайте я вам в пакетик положу. Вот, спасибо. Все, спасибо, все. С наступающим Новым годом, все, еще раз. Здравствуйте. Скоро старый Новый год, а я дедушка какой-то спортивный, молодой. Вот, приготовил подарочки и раздаю нашим прекрасным таким красавицам, как вы. Вот. Приятно. Ох, да, если бы тут с вами мужчина не шел, я бы на дискотеку уже бежал. Вот, возьмите, пожалуйста, это просто конфетки от души. Спасибо. Все хорошо. Все, хорошего вам дня. Скоро старый Новый год, вот, и мы... Значит, проходили мимо великана, угу. И у него порвался мешок с красавицами, и мы им теперь дарим подарки. Вот. Ну, я же Дед Мороз, спортивный, и поэтому, угу. Чтобы вот ваше настроение получить лучше, вам, пожалуйста, возьмите. Спасибо. Это вам конфетки, тут от души приятно. Спасибо, вы и вам очень красивые, оставайтесь такой же. Все. Спасибо вам. Ой, все, хорошо. Хорошего вам дня. Спасибо все, и вам тоже. Итак, дорогие друзья, а сейчас мы с вами проведем итоги розыгрыша, который я проводил под прошлым видео. Я обещание свое сдерживаю, и полторашечка моя сейчас улетит случайному человеку, который подписался на меня и поставил квас. Но
их было всего 35 или 34. Их было всего 34 человека, когда прошла неделя, сейчас их чуть больше, спасибо вам за это. Поэтому между 34 людьми проводится супер розыгрыш. Я вырезал, вот здесь можете посмотреть, разные записки, в которых написаны имена всех, кто на меня подписался. Вот Игорь, ох ты, господи, я даже не знаю, как это называется. Андрей Деремин, ну, в общем, ладно, очень-очень много разных людей, 34 человека, и барабанная дробь, так-так, сейчас мы потрясем, так, ага, так, и оп, и, внимание, победители розыгрыша у нас становится, так, и Water. Water? Water. Победитель розыгрыша становится Water. Вы серьезно? Кто такой Water? Может, это вообще бот какой-то? Ну, не знаю, мы проверим. Я не знаю. Можете посмотреть. Здесь было абсолютно, вот они, рандомные абсолютно участники. Разные имена. Вот он, кого я достал. Это был Water. Water или Воток. Не знаю. В общем, поздравляю тебя, друг, я с тобой свяжусь и надеюсь, ты оставишь комментарий под моим новым уже видео, дашь отчет, чтобы люди знали, что я играю только по-честному. И поэтому, ребят, сейчас я проведу еще один розыгрыш специально для вас. 1500 скину я тому человеку, кто подпишется на меня и поставит комментарий под новым видео. И когда количество подписчиков у меня на канале станет 1000, я скину 1500 случайному человеку. Может быть, таким же способом, а может быть, в каком-нибудь другим. Поэтому подписывайся, ставь лайки, хорошего тебе настроения, удачи, друг. Пока.